Мелкий, ты готов? Это хорошо, что ты готов. Тогда давай. Раз, два, три. Ну, сейчас ждем, пока кто... А, долго ждать не пришлось. Мелкий, наматывай круги! Чё, реально так можно было? Так, один есть, тогда лечим манчоса. Пацан, трек каждому по фейерверку. На счет раз, два, три устраиваем здесь дискотеку и запускаем фейерверки. Давайте. Раз, три. Опа! Прям второй Новый год ядрить, колотить. Мелкий, давай, давай, не сбавляй темп. Слушай, а давай тут вечеринку на крыше забабахаем, пока мелкий там бегает. Тёлок позовем, коктейли попьем. Ну, кстати, это реально прикольно, тем более фейерверки как бы у нас есть, можно попускать, реально дискотеку. Ну давай, Стёпа, мы устроим здесь настоящую дискотеку, когда вылечим весь город. Ты со своей Риткой здесь будешь танцевать, плясать, я с мелкими Рикардо. Только реально надо еще хотя бы двух зараженных, тогда будет все чики-пуки просто. Мелкий, давай, 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 скоро мировой рекорд поставишь по вот этому, по марафону, длительность бега. Рикардо, держи тебе. Стёпа, держи тебе. Сейчас на раз, два, три выпускаем сразу все фейерверки, устраиваем здесь просто нереальные какие-то взрывы. И я надеюсь, что тогда все сбегутся, кто здесь есть в окрестностях. Готовы? Нет, тогда давайте запускайте. С Новым годом! С новым счастьем нафиг! Геннадий Петрович... Елена Ветрянкина, бомжара. Так, Ванчос, Елена Ветрянкина, бомжара, Геннадий Петрович. У нас 4 есть! У нас уже 4 есть! Это хорошо! Так, мелкий сейчас прибежит, я ему скажу, чтобы он отправлялся сразу же в гараж. Мелкий! Еще кружочек и потом в гараж давай, хорошо? Не сбавляй темп! Давай, 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 марафонец ты наш! Юный спортсмен, Стёпа, прям согласен на все 100%. Давай, давай, быстрее, ты не в меня стреляй, ты давай в гараж беги, мы сразу же за тобой. По центре. Время пришло. Мелкий сейчас их туда заманивает. Ага. Ага, все, давайте, все за мной, быстро с крыши. Давай, 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 давай. Так, последний бомжара, бомжара заходит, бомжара заходит. Давай, давай, заходи тоже. Все, давайте, молимся, чтобы мелкого там не сели, пока я буду бросать в них зелье. Я в этой жизни никогда не научусь свистеть. Эй, вы, жопы красножопые! Такого не ожидали! Ловите! Алло! Прием! Связь с космосом потеряна? Вы как, там живы или пока что не очень? Они даже башкой не крутят, не вертят никуда. Они походу это, вот, кони двинули. Все, посплюнь, сплюнь! Может, их парализовало? А вот это, кстати, возможно. Это возможно, Рикардо. Бомжара! Елена! Алло! Очнулись, походу, наружу, 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 наружу! Есть какой-то прогресс? Опа! Раньше они нас хотели сожрать, сейчас они хотят друг друга сожрать. Я вот не знаю, это хорошо или плохо. Ладно, давайте подождем. Может, вот эта вакцина еще действует? Мне кажется, можно заходить. Думаешь? Вроде больше никто не дерется. Ладно. Аккуратно. Если что, всегда будьте наготовы, то что надо будет отсюда чертовой бабушке опять смахивать. Убери биту, это все же наши друзья, хоть и заражены. Фух, ну с богом. Дядя Эдик, привет! Подождите, а мы точно вакцину не перепутали? Это вакцина или это эликсир молодости, ядрёно, вот это... Бомжара, успокойся своими уй...
Они-то вылечились-то вылечились, но походу вот это, им памперсы надеть надо, а то они сейчас от радости обгагундяются. Бомжара, отойди подальше. Ёханый баба, я же говорил то, что в этом зельеварении колесо и два куриных яйца точно лишние были. Папка ёшка опять чё-то нахимичила, карга старая. Фу! Стёпа, ты мопед-то у бомжары забери, он сейчас его разобьёт на кусочки, господи. Я-то вроде не старался, вроде ничего не делал, но когда я успел многодетным отцом-то стать... Так, подожди, дети, стоп, все сюда, мелкий, иди забери Ванчоса, он же заколебался второго этажа прыгать, сейчас ноги себе сломает, иди Ванчоса, притащи сюда. Так, дети, успокойтесь, станьте передо мной, жопу на землю опустите, не прыгайте, Геннадий Петрович, в смысле Геночка, сядьте, присядьте, все, давайте, тихонечко, спокойничко. Что такое, дядя Эдик? Да, ничего, Леночка, дядя Эдик, давайте с нами играть. Геночка, я вам предлагаю, детишки мои родненькие, я вам предлагаю пойти поиграть в гараж. У дяди Эдика там гаечные ключи, там молотки, гвоздики. Вот поиграйтесь все вместе, давайте со мной, пошли, детишки. Я вам предлагаю вот такую вот игру. Заходите вот сюда, смотрите. Я ставлю перед вами камеру. У вас такая задача. Я сейчас включу запись. Кто из вас больше накривляется на камеру, тот и победил. Вот, станьте перед камерой и кривляйте свои рожи вот туда. Ага, а дядя Эдик сейчас придет. Давайте, дебилы малолетние. Выходи, мелкий, давай. Не, мелкий, ты с ними, если хочешь, можешь поиграть. Они как раз и твоего возраста примерно. Мелкий, я пошутил, у нас дела, нам город спасать надо, выйди наружу. Ядрить, колотить. Так, пацаны, мы в жопе. В жопе, это все, что я могу сказать. Как бы, бабуля вот эта ёшка, она молодец. Она сделала вот эту вакцину. У нас еще остались две вакцины. Вакцина-то хорошая, она помогла вылечить от красножопой ветрянки. Да, но кто мог знать то, что эта вакцина превратит Елену Ветрянкину, бомжару и всех остальных в детей. Вот здесь-то мы и начали резко находиться в глубокой-глубокой сракостанции, потому что у нас в городе еще три зараженных. Это Маргарита Степановна, Михалыч и Аленка. Все верно, пацантре. Еще три зараженных. Надеюсь, то, что мы никого не забыли. У нас нет другого варианта. Просто нет. Мы или их вылечиваем, и они становятся детьми, или мы с ними ничего не делаем, и они продолжают быть зараженными, но тогда они могут умереть в любой момент или могут нас заразить. Поэтому другого выхода у нас нет. Надо сделать их детьми так же, как и вот этих всех остальных. Ну, им там весело, конечно. Так, продолжайте там, господи, помилуй. Чё нам делать? Чё, вот есть у кого-то какие-то идеи, что нам делать с этой детворой-то всей? А? Может их в детдом сдать и всё? Может тебя в детдом сдать, Стёпа, и всё? Это друзья наши, хоть они и выглядят сейчас как пятилетние, но с ними надо что-то делать. Так, нужны идеи. Как заманить там еще трех оставшихся зараженных? У нас все фейерверки кончились. Нужен какой-то план. А давай твой джип взорвем в центре города, тогда точно все сбегутся. Рикардо, а давай мы с такими тупыми идеями, как у тебя, мы тебя закроем в дурку нафиг, и тогда точно все сбегутся. Ну ты думай, что ты предлагаешь, я не могу понять. Нет, смотрите, у меня есть телефон, я на телефоне могу включить музыку, хотя здесь звук-то тихий, ну типа ходить вот это как с колонкой по городу, может зараженные услышат, и может они взбегутся, но тут тихий звук. Есть у кого-то колонка или что-то такое? Ну так мы можем на колонках ее включить, которые на сцене возле мэрии находятся. Слушай, Стёпа,
А ты не такой тупой, как кажешься. Кстати, там реально возле мэрии там всегда находится сцена. Там вот этот мэр бомжара, ну, он в прошлом был мэр, сейчас он ребенок бородатый бомжара. Ну, там бомжара всегда делал какие-то объявления для гражданин города. Я там всегда рекламу записывал. И, в принципе, там всегда было много выступлений. Стёп, вот это хорошая идея. Так, тогда ты забирай Рикардо, топайте на сцену и подготавливайте там вот аппаратуру всю. А мы сейчас с мелким... разберемся с этими детьми. Так. Детишки! Папа Эдик вернулся! Фу, не дай бог, конечно! Вернулся! Так, ну что, накривлялись в камеру, да, только проблема в том, что я запись забыл включить. Молодцы! А сейчас я предлагаю вам поиграть в новую игру. Пройдемте за мной, заходите в мой дом. Да, давайте, 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 все мелкие, проводи их. Проводи, господи, до чего моя жизнь докатилась. Так, ладно. Детишки, рассаживайтесь по кругу. Мелкий, нужна твоя помощь. Иди сюда, мелкий. На втором этаже есть холодос. Иди в холодос, набери все вкусняшки, которые там найдешь, и притащи сюда, чтобы как-то завлечь детей. Так, детишки мои, смотрите, Ванчос, отойди. Подо мной сейчас находится освежитель пердежа. И сейчас у вас будет такая вот игра. Мелкий, ты там скоро, не скоро? Давай, давай, ставь вкусняшки. Так, тортики, смотрите, тортики у вас здесь, мелкий, притащи. Пиццу там, вот. Там у нас еще тортик, кока-кола. Это все для вас. Подойдите сюда, детишки, подойдите сюда. Сейчас у нас будет такая игра. Кто последний перестанет дышать освежителем пердежа, чтобы выжить, тот получит 10 тысяч баксов. Новый челлендж на ютубе, хорошо? Все поняли? Молодцы, ну тогда вы здесь играйтесь, на балкон не выходите, надо закрыть балкон, чтобы Ванчос опять оттуда случайно не выпал. Мы скоро вернемся, может быть завтра, может быть никогда, наверное. Все, давай, пошли, мелкие, у нас времени очень мало, давай, потом с ними поиграешься. На сцену, топаем на сцену, так, байк Степы надо убрать, чтобы никто его не украл. Давай, побежали. Так, мелкий, давай, не отставай. Стёпа, Рикардо, все подключили, все настроили. Так, молодцы, давайте по местам. Сейчас забабахаем здесь какой-то вот это рот-концерт. Так, Стёпа, у тебя гитара, у тебя барабаны, Рикардо, у тебя вот это пианино, фортепиано, как оно там называется. Я тогда буду солист этой группы. Так, как наша группа будет называться? Отпетые дебилоиды? Не, плохое название. Может, 21 дальнобойщик? А чё, мне кажется, нормально, есть 21 пилот, вот этот, 21 дальнобойщик, хорошо. Нам надо прям что-то нереально громкое сыграть. Стёпа, ты умеешь на гитаре играть или нет? Ща как забрынчу! Стоп, успокойся, ща кровь из ушей сейчас. Рикардо, ты умеешь на барабанах играть? Нет, давай, зафигать что-то. Матерь Божья. Мелкий, ну давай ты покажи свой мастер-класс. Да, отпетые дебилоиды. Лучше реально так будет называться наша группа. Так, ладно, давай тогда на счет раз, два, три издаем максимум шума. Если зараженные прибегают, ну тогда их заманиваем в гараж. Все, давайте, раз, два, и поехали! Из-за такого шума, я не знаю, реально, барабанные перепонки талоп должны или все-таки зараженные не реагируют на такой дебилизм. Так, стоп! Все, у меня ж в ушах что-то стукнуло. Нет, дичь, пацаны, дичь настоящая. Ну, давайте я реально лучше подключу колонкам телефон и включу какую-то музыку. Кто-то знает, какая самая ненормальная и какая самая громкая музыка, а? Там рэп, хотя не, рэп нет. Попса может, хотя попса тоже нет. Есть какие-то идеи, что включить? Бэйби, 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 оу, бэйби. Сёп, тебе 56 лет, откуда ты Джастина Бибера-то знаешь?
Может включить гимн России? Ну это не громко, нам нужна какая-то прям громкая разрывная музыка. Чё самое громкое? А, ну подожди, рок! Рок же самый громкий. Тогда давайте я вот сейчас вот это включу, и тогда точно все сбегутся. Так, давайте, на счёт три кричим как ненормальные, мы же вот эти роцкеры. Потом я включаю самую громкую музыку и ждём заражённых. Всё, давайте. Раз, два, и трис! О, пермит, это раскарпасило, это... Михалыч прибежал! Сейчас башка взорвется! Маргарита Степановна прибежала, Аленка прибежала, так, вроде работает, все стойте! Я вижу то, что им тоже нравится, смотри, как вот этот Михалыч расплясывает, там так нормально, пацаны, мне кажется, надо выключить эту музыку, но тогда они точно перестанут, вот это тоже танцевать! Ладно, я выключаю! В жизни не слушал рок, и, наверное, никогда слушать его не буду. Минус психика просто. А мы тут сольный концерт решили устроить? 21 дальнобойщик группа называется как-никак. Ёханый бабай, пацаны! Бежим в гараж, быстро! Давайте! Музыка самый лучший способ. Да если бы я знал, я бы даже вот эти фейерверки бы не использовал, сразу бы концерт наш забабахал. Короче, пацаны, отвлекайте их, заманите их в гараж, я сейчас спрячусь и зайду со спины, потому что мне в них надо кинуть вот эту вакцину. Так, это вот сюда, надеюсь, все сработает. Так же, как и вот с теми, кто сейчас находится наверху, там Банчос и вот эти все остальные. Так, со спины, отвлекайте. Эй, вы! Мартышки красножопые, на меня посмотрите! Ловите гранату! Так, быстро, мелкий, Степа, быстро на улицу. Они, походу, опять парализованы ненадолго, прям совсем ненадолго. Вы там живы? Или как? Ну, вроде как, да, так, закрывайте гараж вот этой к чертовой бабушке. Пацаны! Мы справились вроде как, сейчас давайте подождем, я надеюсь, что они превратятся все же в нормальных людей, вдруг в этот раз прокатит, они детьми не станут, а то если у меня в семье еще плюс вот эти три ребенка появятся, я тогда точно не выдержу, я и так уже многодетный отец. Мелкий, иди-ка открой гараж, мне кажется, уже все, давай. Эй! Михалыч! Маргарита Степановна! Аленка! Вы там живы? Или нет? Так, давайте за мной, подстрахуете меня. Японский дальнобойщик. Аленка! А тебя-то что так раскукурузило? Ты наоборот вы... Подожди. Степа! Маргарита Степановна! Мелкий, ты что, опять в обморок стукнулся? Давай, вставай! Маргарита Степановна, жена твоя, цела, жива и здорова, правда, пятилетняя, но вроде вот, перед твоими глазами. Ритка, ты как, жива? Дядя Степа, привет! Дядя Степа, она своему мужу сказала дядя Степа, привет. Аленка, с тобой-то что произошло? Ты чё так раскабанела-то? Ты ж наоборот меньше всех была, ты как так выросла? Ёханый ты бабай, так. Сейчас я вообще ничего не понимаю. А чё произошло-то? А, так Алёнка, да вы заразились вот этими, красножопой ветрянкой, я вас вылечил с помощью вакцины. Вот все превратились в детей, а ты наоборот выросла, да ещё и говорить начала. Ты разговариваешь? Так ты же не Майя! Пацаны, Степа, разбуди их, они все в обморок здесь попадали. Подожди. Ну я сама не понимаю, прямо слова изо рта вылетают. Аленка,
Подожди, отойди в сторону, мелкий. Я уверен, то, что тебе есть много чего нам рассказать, учитывая то, что ты реально за весь сезон жизни ютубера впервые заговорила. Но у нас много впереди еще дел. Нам надо как-то превратить вас обратно в взрослых, а тебя обратно в ребенка. Так, пошлите за мной быстро. Пошлите. Не, вы Стёпа, мелкий, вот вы, Рикардо, вы внутри оставайтесь, а вы, Маргарита, Маргаритка, Михайличик, и ты, Алёнка, запиндюхайтесь туда, наверх, в мою хату, там все остальные, там бомжара, проведите с ними хорошо там время. Ладно. Так, закройте гараж, закройте его. Слушайте, ребят, у меня тут такое предложение, учитывая, какие чудеса делает вот эта вакцина. Стёпа, держи мелкого за правую руку, а ты, Рикардо, держи мелкого за левую руку. Так стоп, не прессуйте его так сильно, мелкий. Ты видел, что сейчас сделала вот эта вакцина с Аленкой? Это значит то, что... Стоп, да не бейся ты. Это значит то, что если мы сейчас выкинем вакцину в тебя, ты тоже внезапно повзрослеешь и начнешь разговаривать, а? Меня все давно просят, чтобы я тебя сводил к этой... К бабке Ёшке, чтобы она тебе зелье приготовила. Вот как раз таки. Офигенная возможность сделать так, чтобы мелкий разговаривал. По центре, держите эту пописяку мелкую. Я сейчас с него кину зелье. Мелкий, да ты не отбивайся. Это тебе же на пользу, мелкий.